От Ивана Михайлович, с любовью к вам. Говорим о погоде на 6 июня. Теплая летняя погода. По республике местами небольшой умеренный дождь. В горах ночью с мокрым снегом. Утром по Прибайкалью и северу местами туманы. Днем возможны грозы. Ветер северо-западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха. Северо-Байкальскому, Муйскому районам ночью плюс 1, плюс 6. Местами до 0 и минус 2. Заморозки. Днем плюс 12, 17. Местами даже чуть теплее, плюс 20. Прибайкальские, Хоринские районы ночью плюс 2, плюс 7. Здесь теплее. Местами до 0. Днем 18-23 тепла. Закаменские, Джидинские районы ночью плюс 3, плюс 8. Местами до 0. По юго-западу минус 2. Когда это закончится. И будут еще заморозки. Днем плюс 18-24. Наша дорогая столица без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7. Днем 20-22. Атмосферное давление будет слабо расти до 714 миллиметров ртутного столба. В семье говорят одно, в школе другое, на улице третье. А в результате ребенок получает разностороннее воспитание. Из всех плодов наилучшее приносит только хорошее воспитание наших детей. Любите своих детей, а дедушки и бабушки своих внуков. С любовью к вам, от Ивана Михайловича. Всех доброго.